Дорогие друзья, всем привет! У нас на обзоре сегодня будет Subaru Levorg, очень безумно популярный, и я расскажу вам плюсы и минусы этого автомобиля. Естественно, все знают минусы этого автомобиля, это очень низкий клиренс, здесь около 14 сантиметров всего лишь, это очень маленький, но не мешает все равно этому автомобилю быть лидером среди Subaru, особенно сейчас санкции, и этот автомобиль, естественно, покупает все подряд, потому что эта машина реально осталась одна из самых мощных. Бесключевой доступ. Расскажу, ребят, плюсы и минусы, естественно, от автомобиля. Плюс этого автомобиля, это, естественно, оппозитный двигатель. Он расположен не как обычно, поршня лежат, и это создает очень хорошую такую прижимную силу, которую он реально разгоняется. Если переключаешь на лепестки, и вот этот двигатель, конечно, очень хорошая такая реакция на педаль. И когда ставишь здесь на механику, ставишь вправо, убираешь, и можно на лепестках минус, плюс управлять. На самом деле очень разница, прям, когда ты едешь на автомате и на механике, очень хорошая. Также есть здесь такое интересное информативное табло. Градусы показывают влево-вправо, потом будет, когда на бездорожье будет видно. Ну, естественно, нажатие педали, как работает турбина и температура масла. Очень интересная такая штука. Также магнитола, климат-контроль, удобные кнопки большие. Здесь есть разные USB-шники. Здесь в этой комплектации есть, ребят, подогревы, подстаканники. Вот такой красивый здесь тахометр, спидометр, кожаный руль, кнопочки, все как положено. Ребят, 18-й год, R-ка, аукционный лист, R-ка. Такие замечания, замена была полностью оригинал, крыло, какие вот царапины крашеные. Здесь царапина, тоже покажу ее. И пробег 63 тысячи. 1 350 000, ребят, 18-й год. Вот такие здесь сиденья. И сейчас покажу вам царапины чуть-чуть, какие минусы у этого автомобиля есть. Ну и, в принципе, здесь циклоподъемники у всех. Царапина у машины это вот такая. Думали, будет хуже, но по факту нормально. Здесь такая царапинка, ничего страшного в этом нету. Диски такие чуть поцарапанные. Ну и вот такой здесь салончик именно у второго ряда, очень нормальный, места много. Также есть здесь тоже такие сиденья, также можно здесь нажать, разложить, и получается, видите, ровный здесь пол, очень удобно. Также есть шторка, сейчас покажу вам. Опа, вот такой вид сзади, багажник большой, просторный. Также здесь есть секретка на колесах, вот лежит. И вот все чистенько, все хорошо. У ребят, R-ки не бойтесь, они дешевле. И смысла переплачивать за какую-то там безумные деньги. Как я видел недавно в одной компании, у нас 18-й год R-ка, да, и пробег 63. 18-й год с подогревами. Обошелся нам клиенту 1 350 000. А компания одна купила 17 или 16-й год за оценкой 4,5. Пробег там, по-моему, тоже может 67. За 1 750 000. Да нахрен нужны такие деньги? Такая машина, ребят. Короче, вот такой обзорчик. Есть также парктроники везде. Всем спасибо, всем до свидания. Пишите свои комментарии и так далее.